Первый раз вообще он прибежал к нам с открытой банкой паштета, только крышка была вдавлена вовнутрь. И скулите, помогите крышку открыть обратно. Вот так и познакомились. А это наш, можно сказать, член экипажа. В свое время тоже под обстрелами был. Он ранен осколками, глаз поврежден, тут честь чуть-чуть. Но помогает идеально. Когда значит, бывает, мы только слышим звук беспилотника, он уже выскакивает, уже гавкает в ту сторону. Уже помогает определить, с какой стороны он сейчас появится.